Необычный подарок получил из рук главы города директор Нижегородского технического музея Вячеслав Куртин. Серебряное блюдо, которое в конце 19 века служащие и мастеровые кузнечного цеха вручили директору сормовских заводов Владимиру Воронцову, теперь пополнит коллекцию экспонатов, собранную ценителем истории. Руководитель такой молодец и энтузиаст. Я посмотрел, с какой любовью там все это сделано, отреставрировано. Больше 1000 экспонатов, и, конечно, это событие заслуживает не только внимания, но и какой-то поддержки. Я постарался эту поддержку оказать вот таким вот подарком. Нижегородский технический музей работает меньше года, и его возникновение – это абсолютно частная инициатива. Поэтому неудивительно, что подарок для его директора очень важен. Что связано с техникой, с историей, нам все это очень интересно, и мы постараемся все, конечно, это сохранить для будущих поколений. И это блюдо, да, такой символичный подарок, я воспринимаю как старт, начало отчета для нашего молодого музея. Олег Сорокин не первый раз передает в дар городу уникальные исторические экспонаты. Ровно 4 года назад, в 2010 году, он уже передавал блюда, изготовленные нижегородскими мастерами специально для последнего русского императора.